специально это делаешь, да? Можно. Дамирчик, вот я не знаю, вот ну что, не так? Так, смотри. Дамира, Манечка, туфли кривить по-всякому. Кривить туфли, носки сбивать. Это у меня в детстве та же самая история была. Тоже так делала. Ну вот, мы сейчас с ним. А, мы сейчас с ним сидим в парке. Вот туда, в зеленый дворец, да, в зеленый дворец. Зеленый дворец? А его видно? Да, вот. А, как показать? Вот, вот тут, да? Видишь, вот там? Это. Сейчас. Видишь, вот там? Где? Вот да, он. Да, все, я показала, да. Видишь, да. А? Как там все, не туда? Ну не залазь туда, что-то. А? Не залезай только в траву туда. Короче, я вам показала зеленый дворец. Я просто не хочу показывать людей на соседней лавочке. Тут женщина отдыхает, что я буду ее показывать. В общем, мы сидим с Дамиром, наслаждаемся. Мы не были в этом парке, наверное, год. Где-то год мы не были в этом парке. И, короче, здесь так классно. Здесь сейчас косят траву. Громко, конечно, но все равно запах такой классный. Обожаю запах свежескошенной травы. Он какой-то классный, такой свежий, особенный. Это такое вот какое-то, что ли, начало лета, начало приключений. Ты сейчас задницу выпачкаешь ботинками. Счастье материнства. Встань с лавки, шею свернешь. Зачем ты так садишься? У-у-у, ну да, здравствуйте. Что? Рот закрой, муха залетит. Это я тебе говорю, как человек, который со знанием, с толком этого дела. Мне муха залетела. Мне мотылек в рот когда-то залетел. Ты еще в удовольствии?